сутеров. Не очень-то мне понятно, что значит раскрывать эти вопросы в десятке. Что значит разбирать эти вопросы в десятке? Что то, что ты спрашиваешь Творца, это будет понятно также всей десятке. И также они смогут включиться в эти вопросы. И так вот, вы сможете прийти к одному общему вопросу из одного общего сердца. Но если есть вопросы, кто и что, это не касается критики моего эгоизма, зачем вообще нужно тогда входить в эти вопросы и изо всех сил сделать с ними действия в отношении десятки? Хорошо, хорошо, но делай так. Неважно, каким образом включаться. Иногда ты включаешься в них, иногда они включаются в тебя. Иногда вы все включаетесь в Творца. Не является ли всей моей целью просто вызвать свет, чтобы он исправлял? Что это за выяснение в десятке? Что именно я выясняю? Какая мне разница? Ну ладно, есть у эгоизма вопросы, разные вопросы, кто и что. Но почему я должна отвечать на это? Почему не делать вещи, которые просто вызовут свет, который ответит на это и исправит то, что... то, в чем эгоизм путается. А иначе ты не достигнешь цели. Ты должна быть включена в общество, в группу и в Творца, и также копаться в себе и вытаскивать себя наружу. И давать или служить десятке всеми своими силами. Во всех этих направлениях ты должна развиваться.